Персональное дело. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну. Не сойдутся Москва с Невой, нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала, и у диких твоих коней гривы воронова. Час, когда шепчу во имя всех святых, в награду нам дано такое наказание. И я схожу с ума от нежных губ твоих, от женской красоты, горячего дыханья. Не сойдутся Москва с Невой, нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала, и у диких твоих коней гривы воронова. Дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. И мне всегда тепло под питерским дождем, а ты под золотым московским солнцем мерзнешь. Москва с Невой, нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала, и у диких твоих коней гривы воронова. Справка. Сергей Любавин, эстрадный певец, родился 10 апреля 1966 года в городе Новосибирске. Образование высшее. В начале 90-х Любавин приезжает в Москву и поступает на вокальное отделение училища имени Гнесиных. Параллельно с занятиями Сергей Любавин пишет свои песни и записывает их на студии Александра Кальянова и Владимира Маркина. В 1993 году состоялся дебют Сергея Любавина на музыкальном фестивале «Юрмала-93». На сегодняшний момент у Сергея Любавина вышло 10 сольных альбомов, а в настоящее время музыкант ведет работу над новой концертной программой и новыми песнями. Персональное дело.
Это «Милицейская волна» в студии Оксаны Кель. В эфире программа «Персональное дело». И мне первое, что хочется сделать, это от всего сердца поздравить сегодня вас, мои прекрасные слушательницы, с праздником весны и красоты, с 8 марта. И было бы неправильно, если нас, мои дорогие девочки, в эфире бы не поздравил самый сильный, самый смелый мужчина, который еще и поет и сочиняет для нас с вами свои песни. У нас на «Милицейской волне» в гостях певец и композитор, автор многих ваших любимых песен, Сергей Любавин. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дорогие друзья, милые женщины. В лице Оксаны я также хочу поздравить вас с наступающим Международным женским днем и делать это каждый день до следующего Международного женского дня. Это будет правильно. Начало. А как вы поздравляете, Сереж, своих любимых женщин? Вот в своей семье вас принято отмечать этот праздник? Обязательно принято. И мамочке я обязательно звоню. Она у меня в Сибири, в Новосибирске живет. И поздравляю. Иногда бывает так, что и она приезжает ко мне. И это, конечно, цветы. Обязательный атрибут такой. А цветы стараюсь не розы какие-то вот такие именно, а что-то такое вот больше похожее. На весенние, на, да? На весенние, на живые. Ландыши или что-то вот такое вот прям, от чего, в общем, душа как начинает трепетать. А вы знаете вообще, какие цветы любят ваши любимые женщины, вот ваши самые дорогие? Все-таки, знаете, может быть, кому-то нравятся ромашки. Вы найдете ромашки для любимых? Обязательно найду. Обязательно пойду в чисто поле, вообще нарежу этих ромашек, там буду, ну, помните, как в фильме «Офицеры», да, это выскочить из вагона, быстренько нарезать ромашек, и пока не проснулась любимая женщина, в постели и положить на подушку рядом с ней. Вот как надо сегодня поздравлять своих любимых женщин, дорогие мужчины. Сегодня, безусловно, у нас будет проходить такой праздничный эфир с вами, потому что на календаре 8 марта. Но главное весеннее событие, о котором обязательно мы поговорим в течение этой программы «Персональное дело», у Сергея Любавина на следующей неделе, 15 марта, состоится сольный концерт в Москве. Для начала немножко расскажите, что это за сольный концерт. Концерт в Москве 15 марта в театре «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, это на Дмитровке. И поскольку мы не так часто балуем москвичей именно, они обижаются на нас за это, и гостей столицы, потому что постоянно в разъездах, то в Сибири, то на Дальнем Востоке, то на севере, Санкт-Петербург, Вологда, Архангельск. И поэтому как-то так получается, что самый большой город России, столица, любимая, и мало концертов. Мы пытаемся это исправлять, и вот с этого концерта как раз возьмемся за это очень плотно. То есть 15 марта у нас «Золотое кольцо», потом мы уже забили дату, это Подмосковье, там «Тысячник». Скорее всего, еще пару концертов таких в «Тысячниках» будет в 15 году, а уже в 16-м, ну, планируем юбилей. Может быть, это какая-то будет большая площадка, или «Крокус», или «Кремль». А сколько в Москве не было концертов? На самом деле, до этой зимы не было, наверное, год. А вот зимой был концерт у нас в «Космосе». Это концертный зал «Космос». Это в каком году был концерт? Это вот несколько месяцев назад. В конце 2014 года, в декабре. Ага. Ты прекрасно прошел концерт на ура, и в гостевой люди требуют продолжения банкета. Не побоюсь этого слова. Женщины говорят, что это такое вообще, почему все... Смотрите, как вы, то есть вы пошли на поводу буквально у поклонников, на поводу, да? Иду всю жизнь вообще-то, не знаю, как... И несмотря на кризис. Это правильно, Оксана, это правильно, потому что мужчина, он и должен потакать каким-то таким слабостям женщины, и за это женщины его любят, и это правильно. Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчан. Вот у метро покупает цветы. Где ты, единственный, грешный? Где ты? Он не обещал лучшие песни свои. Он не обещал тебе весь мир подарить. Он не обещал золото древних богов. Пообещал только святую любовь. Нежность, острая боль по ночам. Знаешь, если б сначала начать.
глупое счастье мое. Предавай, дотла сжигая мосты. Нет, не обещай золота древних богов, а пообещай только святую любовь. Нежность, острая боль по ночам. Если б сначала начать, только в небе кружить воронье. Где ты, глупое счастье мое? Международный женский день на милицейской волне мы с вами отмечаем в программе «Персональное дело» с любимыми песнями у нас в эфире на милицейской волне в студии Оксана Кель. С вами, дорогие мои прекрасные женщины, долгожданный автор-исполнитель Сергей Любавин. Детство. Каким образом, Сереж, ваши родители организовывали вам летом отдых, вот когда вы были совсем маленьким? Ну, дело в том, что как таковой организации не было. Когда был совсем маленьким, у меня мама работала учительницей. Она вела английский язык, потом русский, литературу. И, соответственно, как молодой педагог, школа всегда устраивала летом какие-то пионерские, как тогда называли, лагеря. Угу. И я, естественно, с мамой. Очень мне, кстати, не нравилось почему-то. А почему? А потому что... Какая-то вот была там, не было вольной жизни никакой. Была режим. Утром на линейку, потом спать. Я в жизни дома никогда днем меня не заставляли родители спать. А тут надо было сон час спать. Потом, ну, все по команде, строим. И вот это меня очень сильно напрягало. Вот. А потом уже со временем, естественно, это со спортивные лагеря. И каждое лето я посвящал этому. И как такового у меня отдыха. То есть я отдыхал и тренировался. И это было так до... наверное, до второго курса института. Uh-huh. А тренировались, занимались каким видом спорта в спортивной лагере? Я занимался вольной борьбой. Uh-huh. Вот это в Сибири у нас все мальчишки занимались либо какими-то вот такими боевыми видами, то, что называется, и девчонку защитить, и за себя постоять. Вот, и поэтому было очень модно. И плюс ко всему, мне это еще очень нравилось, но много энергии дурной уходило именно в зале. А потом уже в старших классах, это с 8 класса, это мой первый музыкальный коллектив школьный. И с 9 мы уже, отрепетировав год, играли на танцах, работа в ресторане, и, ну, об отдыхе летом практически не было даже речи. Так вас родители даже на море ни разу в детстве-то вот не вывезли? Первый раз я выехал на море в 19 лет. О, ну и как встреча взрослого пацана с морем? Совершенно встречи никакой не было, потому что я уснул в самолете, как сейчас помню, мы летели в Геленджик, и вот эти вот, как они называются, ну, дует откуда воздух, кондиционирование. Они были направлены все три на меня, и меня так продуло. Я приехал, у меня ангина, там 40 жары, а июль месяц, у меня температура, mm-hmm. ангина, и вот так вот эти 10 дней я восстанавливался. То, что называется, ну, первое такое впечатление, оно было вот с этим связано. Mm-hmm. Море вы не полюбили сразу, это понятно. Сереж, а вот про пионерские лагеря вы начали рассказывать, вам режим не нравился,
настрой не нравился. Но там же еще можно было проявить какие-то свои таланты, там конкурс песни. Вы вот в этом-то там должны были уже в детстве для себя зарекомендовать. Да, вопрос такой. Я, конечно, пел, там подпевал всем, но, конечно, даже в сравнении с этими пионерами я был маленьким мальчиком совсем. И поэтому они как-то относились скептически к моим таким поползновениям, там где-то спеть, выступить. Ну, брали максимум в хор куда-то. Поэтому, ну, как такового там такой вольной жизни и проявления своих инициатив не было. Но лето-то все равно мальчишки любили. Лето? Да. Безусловно. Безусловно, лето. Это и рыбалка, и тоже момент такой у нас дачный. С дачей связан. Мы, родители вывозили меня на дачу. Это же обязательно месяц это было. И рыбалка, и грибы, и все, что произрастает и живет в водах сибирских, все это, естественно, я с громадным удовольствием как бы и получал, от этого удовольствие. Персональное дело. Милицейская волна. Персональное дело. Неземные пришедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную, любимую женщину. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник нежный. И когда я болею, шлю тебе по имейлу тех стихов бестолковых и ласковых. И надеясь на чудо, я всегда верить буду. Ты печаль, ты любимая, сказка моя. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя, за то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Встреч мелькают страницы, перелетные птицы, лишь одна нам судьбою завещана. И когда все изменится, остается надеяться женщине на мужчину, а мужчине на женщину. Персональное дело.
Милицейская волна, все в порядке. Весна завоевывает наши сердца. И когда к нам приходит этот весенний праздник, праздник 8 марта, на улицах появляются улыбки и букеты цветов у наших прекрасных женщин. Чувствуется приход весны и ее теплое дыхание. А еще в этом празднике хочется нам на милицейской волне вам добавить песен нашего прекрасного гостя, певца и композитора Сергея Любавина. И праздник от этих песен становится еще более романтичным. Образование. Как вы, Сереж, смогли вообще удержаться, когда решили поступать в высшее учебное заведение сразу же в двух очень престижных вузах? Дело в том, что, наверное, каких-то моих, собственно, заслуг здесь не очень много. Это просто стечение обстоятельств. И так получилось, что, чтобы поступить в Гнесинку, а не было общежития совершенно у училища на Ордынке, мне нужно было поступить еще в какой-то вуз, где было хорошее общежитие и условия свободного посещения. И выбор пал на Институт молодежи, это факультет журналистики, а поскольку папа всю жизнь уже проработал журналистом, писателем позже, я эту кухню всю знал изнутри, то мне было это легко сделать, и поэтому так получилось, что Институт журналистики параллельно, диплом, и получилось, что у Эдуарда Михайловича Лобковского курс в Гнесинке. Боже, это какой же напряг, когда сессия была. По-моему, нереально. Оксана, какой напряг? 25 лет от роду. Какой там напряг? Но все это настолько воспринималось. И плюс это 90-е годы. Это интереснейшее, хоть и трудное время. Это страна кипит, бурлит. Происходят какие-то и по журналистике. Пиши тут не то, что там берешь редакционное задание и пишешь такие, что ты хочешь. Интереснейшие материалы. Никакой практически цензуры. Вот. И то, что касается музыки, то же самое. Участие в конкурсе 93-го года Юрмала. Первый международный конкурс. Раньше же у нас Юрмала, это что, 15 республик. Азербайджан, Грузия, Россия, Украина. А это первый международный 93-го года. Значит, приехала и Франция, и Англия, и Америка, и Аргентина, и наши ребята. И вот это вот общение, прежде всего, как мы общались, музыка. Мы увидели в первый раз в жизни, я увидел певцов западных на одной сцене. И приезжал и Пол Янг, и какие-то звезды западные, как гостями приезжали. Ну, это настолько просто, настолько интересное время, что думать о том, что это тяжело и трудно, не было. Сереж, ну вот все-таки было искушение, что, может быть, пойти по стопам отца, пойти в журналистику, когда вы вот учились и объединяли, ну, в себе две профессии? Ну, получила бы какая-то газета средней руки журналиста. Наверное, не весть какая удача, а получился хороший певец, это гораздо важнее и для меня, и для слушателей «Милицейской волны». Да, для ваших поклонников вот. Точно, абсолютно. Да, и поэтому, ну, выбор был сделан, и хотя папа хотел, конечно, чтобы кто-то продолжил, ну, вот я продолжил таким образом, что пишу песни. Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью, ты на причале ждала. Как у Джоконды грустные глаза, их не коснется боль земная, светлая слеза. Там, за той волной всей твоей нежности, всей твоей родной утренней свежести, я ради тебя, ради святой любви отдал бы все, ты только позови. А за кормой что-то шепчет волна, звезды ближе в конце сентября. Как же ты мне бесконечно нужна, как вечернему небу заря. Как у Джоконды грустные глаза, любовь моя земная, где сказка детская. Там, за той волной всей
твоей нежности, всей твоей родной утренней свежести. Я ради тебя, ради святой любви, отдал бы все, ты только позови. Нежная Перри, холодное сердце твоя говорила навек. Знаешь, как в жизни бывает обидно, когда предает человек. Как у Джоконды грустные глаза, я верю в чудо, как Да Винчи, верю в чудеса. Там, за той волной всей твоей нежности, всей твоей родной утренней свежести, я ради тебя, ради святой любви, отдал бы все, ты только позови. Там, там, за той волной всей твоей нежности, твоей родной утренней свежести. Я ради тебя, ради святой любви, отдал бы все, и только позови. Персональное дело. С вами, друзья, любимые песни милицейской волны. Сегодня в программе «Персональное дело» дарит вам свое творчество музыкант Сергей Любавин. Сегодня именно он очень хочет создать вам праздничное настроение, милые, прекрасные женщины, признаться вам в любви и подарить лучшие песни на Международный женский день, на 8 марта. Заслуги. Скажите, Сергей, сколько лет вы уже заняты любимым делом? Тем, которые нравятся вам и вашим поклонникам. На самом деле, ну, я всю жизнь занимаюсь. Ну, вот если посчитать, вот так, профессионально. Профессионально это четко с 93-го года, когда я выступал на Юрмала 93. Угу. Это был первый серьезный такой концерт, который по тем временам снимал Первый канал. И это был первый международный конкурс, потому что до этого, что такое было Юрмала? Это 15 республик. Угу. А это был первый конкурс, там были англичане, французы, американцы, бразильцы. Очень много приехало людей именно по смотреть, что за конкурсы Лайма Вайкуля, Игорь Крутой, они проводили первый вот такой серьезный международный конкурс. И мне посчастливилось выступать в этом конкурсе, еще из российских исполнителей был Леня Агутин. Вот именно это и явилось точкой отсчета, 93-й год, когда уже меня показали по телевизору, такого сибирского парня. И вот так пошло, потихоньку, помаленьку ведется отсчет моей творческой деятельности, вот уже до, уже 20 большим, да, с хвостиком лет. 20 с хвостиком. А когда было сложнее, Сереж, тогда вам или сейчас? Конечно, тогда было сложнее, и безусловно, потому что мы писали песни, и не было совершенно радиостанции. Вспомните 90-е годы, если Оксана, то в основном был упор на западную музыку. М-радио, какие-то такие радиостанции стали возникать, они крутили в огромном объеме западных артистов. И было такое время, что не хватало именно вот такого ресурса, но, слава богу, появились прекрасные радиостанции, которые сейчас набирают обороты, в том числе «Милицейская волна». Вот. То есть раньше было сложно разместить свой музыкальный материал, да, в эфир, именно, то есть сделать его доступным. Да, ты записываешь альбом, и только у тебя единственный источник, чтобы люди узнали об этом альбоме, это вот киоски звукозаписи, где распространялось там в сборниках, пираты распространяли, делая на самом деле такую львиную услугу, оказывая. Вот, и только так. Конечно, сейчас почему легче, отвечая опять же на вопрос, потому что больше возможностей. Сейчас даже и радиостанции, и интернет, они все работают, и люди у нас, слава богу, российский слушатель и телезритель, он и зритель, он любопытный, любознательный, заходит. Женщины очень много заходят на сайт, заходят в YouTube, смотрят какие-то ролики, какие-то новые. Сейчас проще информационно. Конечно. А тогда что было проще, вот все-таки? Тогда, наверное, было проще все точно так же, потому что мы были моложе. Мы были моложе, у нас было больше задора. И для меня, допустим, куда-то из одного конца Москвы, из Тушино, из Северного, пронестись там куда-нибудь в Выхино, и просто потому, что мне сказали, что в каком-то киоске там разместили твою кассету или диск, и вот уже играет там песни, и это посмотреть, для этого вообще ничего не стоило. Все как-то горели, все там в творчестве были. Вот ребята, которые сейчас тоже уже, ну, гранд,
команды нашей эстрады, Сережа Трофимов, там, Стас Михайлов. Мы тогда только начинали и действительно горели этим. И были такие моменты, что мы ехали вместе там в поезде, возвращались откуда-то из Санкт-Петербурга, с какого-то сборного концерта, и была гитара, и играл и Стас, играл и я, играл и Жека, Женя Григорьев в одном купе. Сейчас, может быть, в это трудно поверить. Тогда были такие времена, я считаю, такие золотые времена. Мы были молоды, нам не нужно было такое количество концертов, да его и физически не могло быть, потому что не было столько информации о нас, как об артистах. И поэтому тоже в этом времени был какой-то кайф, какой-то свой, очень хороший такой позитивный заряд. Сергей, концерт, который будет проходить 15 марта в Театре «Золотое кольцо» в Москве, это итог какой-то проделанной работы определенной, да? Это новая программа. В чем особенность вот этого концерта? Так получилось, что мы стартуем именно из столицы, из Москвы, с этой новой программой. Как она называется? Она называется «Оставь последний танец для меня». Такое романтическое название, это по названию одной из песен альбома. И, в принципе, вот я заметил на своих концертах, мне лично даже, я не знаю, люди кайфуют, все хорошо, но мне лично самому не хватает какого-то движения в зале. Я даже на одну из песен всегда в середине где-то второго отделения говорю, ну давайте сделаем-то, давайте все встанем. Но мы сидим уже полтора часа на одном месте, давайте все встанем. И идет какая-то песня или караван, или «Глаза с огоньком». И люди, кто-то просто танцует, женщины, естественно, они впускаются в пляс. Мужчины просто стоят там, разминают. Ну, тяжело просто чисто физически просидеть. И мне вот этого не хватало движения, поэтому родилась вот эта программа «Оставь последний танец для меня», где целый блок, наверное, получасовой я сделал и именно посвятил его тому, что каждый человек может встать или какое-то отведенное специальное место в зале и может подвигаться, потанцевать либо со своей любимой девушкой, либо самостоятельно. И это будет приветствоваться. И самое главное, что это будет такой, опять же, в рамках такого домашнего варианта, никакого официоза. Люди танцуют, артист работает, все хорошо. Третий год совместной жизни женщиной одной. Нас, как в первый миг свидания, не разлить водой. Вот и сицевая свадьба отшумела вся. И любовь, как в чудном храме, поселилась. Какая-то нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 10 лет совместной жизни женщиной одной, ненаглядной и любимой, грешной и святой. 10 розовая свадьба радость принесла. Наша дочка повзрослела, в первый класс пошла. Какая-то нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. Персональное дело. Это «Милицейская волна». У меня Оксана Кель в гостях в программе «Персональное дело». Свои секреты откроет нам с вами, дорогие женщины, наш сегодняшний гость. 100-процентный сибиряк, 100-процентный музыкант, в песнях которого всегда есть место любви и красоте. Это Сергей Любавин. Секреты. Продолжу разговор про концерт. Анна Гуричева будет у вас специальным гостем, будете вместе выступать. А как появился ваш дуэт? Кто такая Аня? Вот расскажите, пожалуйста. А у меня есть дочка, веселая, смешная. Вот-вот, да. Летят года, годочки. Конечно, нет, но она, конечно, девочка годится мне в дочке. И мы очень дружим с ее дядей. То есть изначально этот проект начался так, что он просто сказал: Сергей, да нет, без всяких там, просто посмотри, вот девочка поет, собирается в Москву поступать, в эстрадно-джазовое, там это самое. Я послушал, мне понравился тембр.
тембр такой, приятная внешность. Попробовали, одну песенку записали, один концерт, второй концерт, третий концерт. Потом к сотрудничеству подключились уже маститые композиторы, там Виктор Дровыш, Илья Резник, есть у нее песня на стихи. И так получилось, что она сейчас успешно учится и поет песни, иногда выступает на моих концертах. Она уже самостоятельный человек, несмотря на молодой юный возраст. Сейчас у нее своя группа, и вот не далее, как в клубе 16 тонн, недавно была презентация ее нового первого сольного альбома. Там, конечно, немножко другая музыка, более такой ракешник, там молодые ребята чубами трясут, там все бегают по сцене, ну все как положено. А то, что касается... Она вас на эту презентацию позвала? Конечно, я попрыгнул, я сидел там за столиком сбоку, чтобы меня там не смяли танцующие ребята там. Все хорошо, да, и 15 марта в театре «Золотое кольцо» у Надежды Кадышевой, она тоже будет Анечкой, споет там песенку, может быть, новую даже, что-то она готовит, сюрприз какой-то. И ваш дуэт будет обязательно. И наш дуэт будет, там, первый учитель. Я считаю, очень удачная песня, она такая, на самом деле, чистая песня о том, как рождаются первые чувства, неважно, там, девушки или мальчика, какие-то зарождаются первые чувства, и на фоне этих первых чувств, вот этого чего-то светлого, сохраняется в душе у юного существа какая-то, вот, опять же, романтичность и момент такой, что все потом в жизни вот это запоминается очень сильно и проносится сквозь всю жизнь. Вот это очень приятно. И дай бог, что вот этому ребенку, чтобы она продолжила свой творческий путь, и все бы у нее было хорошо. А вы на праздник 8 марта когда-нибудь, Сереж, сочиняли песню? Вот именно 8 марта. Я, в принципе, Оксана, не могу сочинить и не сочинил ни одну песню под заказ. Вот я не могу так вот. Я знаю, что есть композиторы, которые это делают, профессионалы. У меня этого не получалось. Не могу, не получается. Поэтому уже оставил эту тему и считаю, что все-таки все, что рождается, должно рождаться как дети, естественно, в срок, вовремя, так и с песнями. Дай бог, чтобы они рождались в срок вовремя и были прекрасны и чисты, как наши дети. Секрет сочинения песен от Сергея Любавина прозвучал. Еще хочу секрет о дружбе мужской спросить у вас, Сереж. С кем дружит Сергей Любавин из артистов? Потому что такая сложная ситуация в шоу-бизнесе. Да, на самом деле, со многими дружу и многих уважаю. Просто перечисление заняло бы целый список, на самом деле. Это продюсеры, музыканты, певцы, киноактеры. Допустим, в Питере на моих концертах практически всегда на всех БКЗ приходит Юра Гальцев, Таня Буланова. И всегда их мне приятно видеть. Знаком с Денисом Клявером, творчество которого тоже уважаю. Он примерно в одной со мной как бы какой-то нише такой. И тоже романтик. С удовольствием. Тоже, да, тоже друг мельчинского. Да, человек такой порядочный и настоящий мужчина. И поэтому вот с такими людьми мне всегда приятно общаться. А из личного общения уже складываются какие-то отношения. А с людьми, которыми мы пересекаемся, которых я знаю на сборных концертах, их очень много. Это большой список. И я очень рад, что в России очень много талантливых людей, настоящих. И, кстати, многие из них крутятся на милицейской волне. Я сам не знаю до сих пор, за что мне это право слова. Но я живу теперь как вор, укравший счастье у другого. Она мне даже не жена, но перед нею я в ответе. Все потому, что мне она теперь дороже всех на свете. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Дождь барабанит за стеклом, а мне в такую ночь не спится. Я был ничейным журавлем, она в чужой руке синицей.
она мне даже не жена. Но где найти слова и силы, чтобы поверила она? И от меня не уходила эта женщина, которую люблю я очень. Эта женщина, которая мне снится ночью. Эта женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Эта женщина, которая подобна чуду. Эта женщина, которую я помнить буду. Эта женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Дорогие друзья, я певец Сергей Любавин. От всей души хочу поздравить милых женщин с праздником 8 марта и пригласить на свой сольный концерт. Жду вас 15 марта в театре «Золотое кольцо». Начало концерта в 19:00. Специальный гость – певица Анна Гуричева. Информационный партнер – радио «Милицейская волна». Категория 12+. «Милицейская волна». Персональное дело. Песни вашего хорошего настроения звучат на «Милицейской волне». У нас в гостях Сергей Любавин. Пришло время поговорить о творчестве. Планы. Что запланировано в программе у Сергея Любавина, которая будет 15 марта в театре «Золотое кольцо»? Как она будет выстраиваться? Вот уже для вас, может быть, Сергей, как-то в голове она же представляется, ее ход. Естественно, но я не буду открывать всех секретов, потому что это, знаете, читал книжку? Да, читал. Ну-ка, расскажи. Пересказывают краткое содержание, а зачем тогда читать уже? Нет, ну тогда, вот, так, вот, будут новые, будут премьеры. Будут новые песни. Совсем будут, премьеры. Будут премьеры, да, будут премьеры. И старые хиты. Старые хиты обязательно будут. Будут какие-то сюрпризы. Я сразу говорю, чтобы публика была подготовлена, потому что это может такое сердцебиение вызвать, понимаете, у женщин. Будут какие-то сюрпризы, будет много-много, будут какие-то живые под аккордеон, под гитару исполненные какие-то акустические версии новых песен, старых песен. Будет хороший свет, будет хороший звук. Вот что немаловажно, будет очень комфортная обстановка. Этому способствует зал «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Это очень приятная площадка, хорошая акустика. Вот для меня, как для музыканта, для певца это очень важно. Потому что я знаю, я получаю удовольствие на сцене, я представляю, что зритель получает то же самое, сидя в зале. Вот это главное. Будет шоу, будет действо, и будет для тех, кто уже знает и знаком с творчеством Сергея Любавина, это будут, может быть, какие-то открытия, потому что некоторые песни, они не присущей манере совершенно сделаны. Но что-то новое я попытался сделать, опять же, сохраняя какой-то мне присущий мелодизм, любавинскую какую-то вот такую лирику, фишку, но по аранжировке ритмически будет немножко все по-другому обстоять. Кроме Москвы, где Сергей Любавин покажет эту программу? Такое красивое название. Ставь последний танец для меня. Да, вот именно так. Где будет проходить эта еще программа? Программа будет проходить по всей России. И ближайшее это то, что это Санкт-Петербург, БКЗ Октябрьский, естественно, самая центральная площадка Санкт-Петербурга. Потом большой тур по Белоруссии у нас. В Белоруссии в Минске центральная площадка Дворец Республики. Потом Гомель, Гродно. Потом здесь вот средняя полоса. Это Рязань, Тула, Курск, Орел. Вот эти города. Потом улетаем мы в Сургут, Нефтеюганск, наши севера. И много-много где. На самом деле, стоит зайти на сайт Сергея Любавина, посмотреть график, и будет понятно, где мы будем показывать эту программу, обкатывать ее, дарить людям радость. Это должно выглядеть и в Сургуте, и в Нефтеюганске, где угодно. Должен быть тот продукт, который люди видят именно в столице. А премьера программы Сергея Любавина вас ждет, дорогие друзья, 15 марта в театре «Золотое кольцо» здесь, в Москве. Приходите. Кстати, концерт поддерживает «Милицейская волна».
Час программы «Персональное дело». Сегодня наш праздничный выпуск, посвященный Международному женскому дню. 8 марта. Праздник замечательный. С нашим гостем, автором и исполнителем Сергеем Любавиным, завершается. Я надеюсь, мои дорогие слушательницы, вам понравилась эта программа. Понравился наш разговор. Вы остались довольны всеми песнями, которые мы успели послушать за этот час. Финальная рубрика этой программы – рубрика «Признание». Признание. Мы, конечно, ждем, все женщины милицейской волны, каких-то теплых слов и еще раз поздравлений с Международным женским днем. Это женщина, которую люблю я очень. Милые женщины, я от всей души хочу поздравить вас с праздником 8 марта. Делаю это ежедневно, как я уже сказал, потому что ежедневно проходят в городах мои концерты или через день. Не столь важно. Любите своих мужчин, мира в ваших домах. С удовольствием слушайте замечательную радиостанцию «Милицейская волна». Приходите ко мне 15 марта на концерт в «Золотое кольцо». Мы с вами отдельно, приватно отпразднуем этот праздник. И потому люблю вас всех. Всего вам самого хорошего. Ваш Сергей Любавин. Спасибо большое. До свидания, творческих успехов и до новых встреч на «Милицейской волне». До новых встреч. Солнце над барханами плывет, караванщик Абдулла поет, как бродягу жизнь носила, про девчонку, что любила, тачи губы словно дикий мед. Никогда такую не встречал, Абдулла девчонке прокричал. Зажигают в небе свечи женщин ласковые речи, словно волны бьются о причал. Дай мне, дай мне, дай мне огня, приласкай скорее меня. А когда растает туман, вдаль уйдет караван, будут караваном кочевать. И тебя с веселой свадьбы, и тебя с веселой свадьбы темной ночью буду воровать. Дай мне, дай мне, дай мне огня, приласкай скорее.